Важной стратегической составляющей общества является работающая молодежь. Интенсивная адаптация молодых граждан к различным формам социальных отношений, начало активной реализации ими своих прав и обязанностей, своего жизненного потенциала приходится на возраст от 18 до 30 лет. Именно в этом возрасте молодые люди начинают свою трудовую деятельность, активно совершенствуют профессиональное мастерство, создают семьи. В Алмалыкском горно-металлургическом комбинате молодых специалистов подразделений объединяет Союз молодежи. Одно из важнейших направлений его деятельности – широкое привлечение молодежи к занятию спортом и физической культурой, популяризация здорового образа жизни. В связи с этим на ГМК ежегодно проводится молодежная спартакиада, в программе которой несколько видов спорта. 21 декабря состоялся финал соревнований по волейболу. В борьбу за звание победителя вступило 15 команд, представляющих различные подразделения комбината. Соревнования вызвали немалый интерес среди поклонников волейбола, и это не случайно, ведь регулярное занятие этим видом спорта приносит немало пользы, оказывает закаливающее действие на организм, повышает его выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение, положительно влияет на дыхательную систему. Разнообразие движений, переменная интенсивность нагрузки при занятиях волейболом тренируют практически все группы мышц. Волейбол укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает подвижность суставов, тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. Волейбол тренирует ловкость, точность движений, подвижность и гибкость. Волейбол положительно влияет на нервную систему, улучшает настроение, помогает бороться со стрессами и депрессиями. И что не менее важно, волейбол, как и другие командные виды спорта, воспитывает чувство ответственности перед коллективом и умение работать в команде. По итогам турнира третье место завоевала команда ведомственной военизированной охраны. Второе – представители управления автомобильного транспорта. А победителем соревнований по волейболу в рамках молодежной спартакиады 2023 года стала команда медной обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината.